Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Набережная. Во втором вагоне поезда оплатить проезд можно только картами. Чтобы оплатить за наличные, перейдите в первый вагон поезда. За неоплаченный проезд Максима Горького.
Уважаемые пассажиры, трамвай работает без кондуктора. Для оплаты проезда приложите банковскую или транспортную карту к валидатору на поручни. Во втором вагоне поезда оплатить проезд можно только картой. Чтобы оплатить с нами или через первый вагон поезда, штрафа в размере 500 рублей.
Улица Стерва. Чтобы оплатить за наличные, переведите в первый.